О главных новинках этой недели в своем традиционном пятничном обзоре расскажет Елена Бурова. Гвоздь программы на этой неделе, конечно же, «Мстители. Эра Альтрона». Ну а поддерживать блокбастер в прокате будут интернациональные премьеры. Итак, увидим уругвайскую и шведскую драмы, а также японские фильмы ужасов. Верни мне мою скуку. Страшная воля богов, кровавый школьный триллер в духе королевской битвы. Скучающих учеников элитной школы боги решили развлечь, предложив им чудовищную игру на выживание. Сюжет не нов, но к реализации авторы подошли креативно. Например, убитые школьники будут разлетаться на тысячи красных шариков, а в роли посланцев ада выступят известные восточные игрушки. Гигантская кошка, крушающая все на своем пути, или матрешка-убийца превращают происходящее в полный абсурд. А впрочем, японские ужастики — это всегда нечто на грани комедии и шизофрении. Вот и в этой картине чистого страха малый процент. Но посмотреть подобную киноэкзотику, без сомнения, любопытно. Кто из вас лжет? Сейчас узнаем.